Здравствуйте, Ларисочка. На прошлом сеансе мы обсуждали депрессивные мысли, которые одолевают женщину, разменявшую 40 лет. Я посоветовал вам заменить образ жизни, заниматься бегом на свежем воздухе и избегать стрессовых ситуаций. Чтобы избавиться от мысли об ушедшем поезде, в котором уехала ваша последняя яйцеклетка. Также справиться с нервным напряжением помогает такое хобби, как стрельба из лука. Не самое интересное занятие, но выдержка и концентрация, которую оно требует, развивает стрессоустойчивость. А еще я бы вам настоятельно порекомендовал путешествовать, например, в Египет, посетить гробницу фараона. И чё, блядь, изменилось?